В данном видео хочу рассказать о том, где найти все улучшения для вездехода Азов 64131. Двигатель Азов АМ-8-15-3 находится в локации карьер в этом месте. Это скрытое улучшение, поэтому даже если вы откроете все вышки на данной локации, все равно оно не будет у вас показываться. Для того, чтобы у вас открылись переходы в карьер, вам нужно будет выполнить первые два задания компании Targa Oil. Первое задание – это разведочные работы. Второе задание – это за горизонт. Как только вы выполните задание за горизонт, у вас откроются переходы в карьер. Двигатель Азов АМ-8-16-1 находится в локации Зимнегорск в этом месте. Если вы в локации находитесь первый раз, то самый лучший маршрут для этого улучшения будет следующий. Для того, чтобы попасть в Зимнегорск, вам нужно будет воспользоваться локацией карьер. Переходы в Зимнегорск находятся в этом месте и в этом. Улучшенная специальная коробка передач находится в локации залив Педро на Аляске. Она находится в этом месте. Скажу сразу, что это скрытое улучшение. Даже если вы откроете ближайшую вышку, то все равно оно не будет показываться у вас на карте. Для того, чтобы попасть в залив Педро, лучше всего будет воспользоваться своим стартовым гаражом локации Северный порт. Когда вы выйдете из гаража, вам нужно будет проследовать в эту точку, где находится переход в горную реку. В горной реке вы появитесь в этом месте. Вам нужно будет проехать вверх локации, сюда. Так вы попадете в залив Педро.